переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Нет, стойте! Я не могу ее оставить! Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там ты мой ребенок! Да херня это все! Мои бойцы наготове! Дайте уже приказ! Черт! Они все долбанулись. Капитан Аллен, мое имя Кон. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера бы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. У этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Да, порядок.
Так чего мы ждем? Пристрелить его и все. Он же прямо на мушке. Уйдет. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор. Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогать! Тронешь, и я тебя убью. Меня нельзя убить. Я не живой. Нет! Я безоружен! Ты врешь! У тебя пистолет! Я говорю тебе правду, Даниэль! Я безоружен! Вы с Эммой были очень близки, я знаю! Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна! Она меня обманула! А говорила, что любит! А сама врала! Она такая же, как все люди! Даниэль, нет! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, как надоест! Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы.
Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Ситуация под контролем. Вот! Я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее! Это невозможно, Даниэль! Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят! Я не хочу умирать. Ha ha ha!